Сегодня хочу рассказать про смартфон THL T6S. На момент съемки смартфон стоит $89.99 в магазине Tiny Deal. За эти деньги мы получаем смартфон 5-дюймовый. На борту смартфона 4-ядерный процессор MTK6582, тактовая частота до 1,5 ГГц, Mali 400 мп. Оперативная память у смартфона 1 гигабайт, внутренняя память 8 гигабайтов. Можно расширить память смартфона до 64 гигабайта с помощью microSD карточки. Смартфон получился не самый тонкий, 9 мм, высота 143 мм. И 71 миллиметр ширина. Вес у смартфона с встроенной батареей 155 граммов. Справа кнопка включения и выключения блокировки. Слева качелька громкости. Сверху разъем 3,5 миллиметров для вход для наушников. Микро USB порт для синхронизации с компьютером и зарядки телефона. Снизу отверстие для микрофона, который собеседник очень хорошо слышит звук с этого микрофона. Спереди разговорный динамик, слышимость хорошая. Камера на 0,3 мегапикселя, интерполяция до 2 мегапикселей. Спереди аппарат имеет разговорный динамик, слышимость хорошая. Видеокамера 0,3 мегапикселя, интерполяция до 2 мегапикселей. Для скайпа хватает. Индикатор событий мигает светодиод красным цветом, когда приходит сообщение или разряжается телефон. Снизу, и здесь все датчики есть, которые нужны телефону. Снизу три сенсорных кнопки, обычные, без подсветки. Сзади у телефона камера 5 мегапикселей с автофокусом и вспышкой. Фото снимает нормальные, но видео очень плохое. Это в конце видео я покажу. То есть примеры будут, сами увидите. Снизу решетка динамика. Звук здесь издается не очень громкий, то есть ниже среднего, но четкий звук. Звук из наушников слышен очень, слышно очень громко, но без басов звук идет в наушники. Задняя крышка у смартфона пластиковая. Не заляпывается, очень приятная на ощупь. С краю у телефона металлические рамки, что придают телефону монолитность. Сборка очень хорошая у телефона. Давайте откроем крышку. Внутри аккумулятор на 1900 мАч. Две слота для сим-карточки, одна полноразмерная, другая микро сим-карточка, и слот для микро SD карточки до 64 гигабайт. Давайте включим телефон. О, телефон уже включен. Давайте соберем его. Я покажу вам комплектацию к этому телефону. Коробки с телефоном вот такой вот целлофановый пакет шел, но это я шучу. Такой вот чехол, очень хороший, стильный, матовый, прозрачный, можно пользоваться. Где-то была защитная пленка, я уже не помню, где она. Кабель USB, micro USB, зарядное устройство на 1 ампер и наушники вот такие вот внутриканальные.
завалилась пленка, вот так вот защитная пленка шла с телефона. Давайте разблокируем телефон. Вот такой вот вид у экрана. Экран у телефона 5-дюймовый, по диагонали 5 дюймов. Разрешение экрана 480 на 854 пикселя. Матрица здесь GDI-TFT. Такое слышу впервые. Под углами картинка. Сейчас вам покажу. Выцветает. Сам можете посмотреть. Но это не критично. То есть можно смириться с этим. Ну, неплохие углы обзора. Сейчас посмотрим в бенчмарках, какие результаты показывает этот смартфон. Вантуту смартфон набирает 19248 баллов. Такие вот характеристики показывает в наномарке. Можете сами на паузу поставить. По-моему, должно видно быть вам всем. Наномарк показывает 59,8 кадров в секунду. То есть, да, в секунду. Мультитач на два касания. Но это два касания только так. А вот так одно. Сами можете посмотреть. Вот так вот два, вот так вот один. Одно касание показывает. GPS работает здесь очень хорошо. Супер. Смартфон работает в 2G, в 3G сетях без проблем. GPS ловит нормально. Есть у телефона Bluetooth 4.0. И все это дело работает под управлением Android 4.4.2. Телефон бюджетный, хороший, неплохой. Можете покупать, если нету. Телефон работает в 2G и в 3G сетях. Работает очень хорошо. GPS работает хорошо, Bluetooth работает у него. Интерфейсы не тормозят. И все это добро работает по управлением Android 4.4. Минусы этого смартфона: сенсорный экран, два касания и малоемкостный аккумулятор на 1900 миллиампер, которого еле-еле хватает на день. Игры здесь можно установить из Play Market. Play Market, то есть, присутствует в этом смартфоне. Русский язык тоже есть. Можете поставить все игры. Но играть на средних настройках можно. Попробовать на высоких настройках, но там не все очень гладко. В итоге, минусов меньше, чем плюсов. Потому что за 90 баксов получаем 5-дюймовый смартфон на Android 4.4, который отлично работает, не тормозит нигде. Игры все, почти все игры можете играть на этом смартфоне. Звонки нормальные, нормально слышно. Громкость — это минус. Здесь средняя громкость, то есть ниже среднего. Итак, вот такой вот смартфон. Я думаю, отличный смартфон, хороший выбор. Если купите, не пожалеете. И вот все, что я хотел рассказать об этом смартфоне. Далее смотрите, как здесь идет Asphalt 8. И в конце видео поставлю фото и видео, сделанные вот с этой камеры. Сами можете посмотреть на качество. Если видео понравилось, поставьте лайки, комментируйте, буду рад. Если подпишитесь на канал.
Тестирование камеры телефона DHL T6S. Макросъемка. Очень плохая камера, очень. Вообще ничего не снимает. Видео плохое, но фото хорошее. Видео снимаем на низких качествах, то есть качество низкое. Ну реально видео ни о чем. Тест видеокамеры телефона DHL T6S. Nice.